структуре Курской полиции грядут перемены. С 20 апреля в городском ОМВД ряд отделов ликвидируется и меняет свое название. Они будут приближены к административным округам. Реформа уже позволила сократить штат управленцев, а количество участковых, сотрудников патрульно-постовой службы и специалистов по делам несовершеннолетних увеличить. Четвертый отдел полиции ликвидируют. Подконтрольную ему территорию разделят. Участок улицы 50 лет Октября от Дзержинского до Верхней Луговой перейдет в ведение ОМВД по городу Курску от улицы бойцов 9-й дивизии до 2-й Орловской северо-западного отдела. Это новое название отдела полиции номер 2. Северный, бывший 3-й отдел, будет следить за порядком на территории от Понизовки до улицы Березовой. Все участковые пункты полиции, которые на данный момент у нас существуют, а их 28 на территории города, они все будут работать и функционировать также в том же режиме, как и предполагалось до реформирования. В железнодорожном округе изменится лишь название отдела. В Сеймский переименуют 7-й. 6-й и 8-й отделы сохранят территориальную принадлежность и станут опорными пунктами полиции номер 1 и номер 2.